Бразильского джиу-джитсу. Как правило, в бразильском джиу-джитсу очень часто бросаются в ноги. Если вы правильно сориентируетесь, то захват за ноги вашего противника вы можете обратить в свою пользу. Вот представьте себе, противник бросается вам в ноги. Сейчас мы сделаем это быстро. Его атаку я превратил в свою победу. Как это делается? Обратите внимание, взял меня за ноги. Вы оказываетесь сверху противника. Сейчас он вас подхватит и бросит. Нужно использовать его энергию. Вот он с энергией на вас давит. Просто-напросто ногой. Вот это ногой, я подхватываю его под колено, а здесь тяну руками. Вот я оказываюсь в положении, из которого вы уже можете выйти победителем. Хикоми гайши называется, если точнее, с переворотом на противника. Это по-японски. Неважно, как он называется. Самое главное, очень эффективный прием. Используешь энергию противника в свою пользу. Молодец.